Двигатель 5.7 бензиновый, 343 лошадиные силы, автоматическая коробка передач, задний привод. Машина была куплена в 2011 году. Большой четвертодверный седан LX платформы, максимальная комплектация, которая ставилась на RT-версию, внешне стилизован под лимитированную версию Дейтона. Стандартный салон, как и у всех америкосов этих годов, ничего особенного. Но эту машину покупают не из-за салона. В первую очередь внешний вид. Вторая составляющая – двигатель V8, заводские характеристики, двигатель V8 5.7 HMI, 344 лошадиные силы, задний привод. Коробка автомат 5 ступеней, NAK 1722-6. Вес пустого автомобиля 1840 – 1840 зад килограмм. Длина 5082 мм. Разгон до 100 км в час 6.0 мили 14.1 секунда.
Thank you.